Стрелок! Стрелок, очнись! Да, сильно тебе по башке дали. Ну, наконец-то. Мы в мертвом городе, в лагере наемников. Сидят два сталкера на берегу озера, один другому. И почему говорят, что радиация сильно влияет на человека? Я вот уже 5 лет как в зоне, но никаких изменений не заметил. А ты? Да я тоже, только чешуя чешется в последнее время чаще обычного. Не шуметь, уроды. Да пошли они все, шакалы они, товарищи. Веры никому нет. Ты переезжаешь на новую квартиру. Главное, не делай резких движений. А ты с мордой поцарапанной, отойди к дальней стеночке, если не хочешь заработать пулю в лоб. Открывай. Всех пацанов есть, а я один как бомж хожу. Так он же радиоактивный. В зоне появилась новая аномалия. Болса второй, давай заход. Зайдем по ним. Легко, сейчас зайдем. Болса первый, у нас вроде чисто, начинаем работать.